Глава Ленинского района инспектировал дворовые территории сельского поселения Молоковское. Результаты неутешительные. У местных ребятишек тяжелое детство. Преодолевая сугробы снега, они закаляются с малых лет. И если тротуар еще хоть как-то чистится, то детские площадки остаются без внимания. Такая обстановка творится в старой части поселения, но и в новом микрорайоне дела не лучше. Детские площадки, что в Новом Молоково, что в старой части, находятся в ровно таком же неубранном состоянии. Детей достаточно много, но я надеюсь, что закончится снегопад, и все-таки выйдут дворники, управляющие компании, их приведут в надлежащее состояние. То, что касалось бы дворовых территорий, прочистки конкретно тротуаров, и то в Новом Молоково, по крайней мере, видны следы, что лопаты там уже проходили. Но опять же идет снегопад. Я думаю, что по итогам снегопада все это дело будет ликвидировано. Имея представление об обстановке дел в Молоково и его окрестностях, глава направился на запланированный прием населения в местную администрацию, где его уже ждали возмущенные граждане. По обочинам и в самом селе, и вдоль села идут вот эти незаконные тоже строения. Строятся заправки, мойки, потом рынки, магазины. И тоже каким-то чудом вот эта вот земля оказывается тоже в собственности. В этом и других вопросах предстоит разобраться главе. Уж тогда никто не уйдет от ответственности. Юлия Погосян, Владимир Бижонов, Елена Кошлева, Видное ТВ.